Ну, Сергей Михайлович, штрафной в девятку. Ты что, охренел? Да гаси ты фонарь, Вася. Бизон! Да прыгнуть гнида хотел, у нас потом менты зашел. Коржок, слышь. Мужик. Нормально? Нормально сейчас? Нормально? Слышь, это ж ладыга. Кто? Говорю, это ладыга. Ты что, мудак, что ли? Мудак полный, это ладыга, ты понимаешь это? Кто? Кто? Ладыга, ты меня слушай, ты мозгами свои собери. Понимаешь это? Мужик! Где моя кепка? Возьми, Сергей Михайлович. Спасибо. Вот с этого начинать надо было. Я хочу с тобой жить. Всегда. Так патриархально. И часто ты делаешь такие предложения девушкам? Нет. В первый раз. Ой, ништяк! Здесь у нас летняя резиденция. Лёва, а зимой где? Тут, в подвале, по соседству. Слушай, Михайлович, мы тут по выходным собираемся, ну там, мечом побуткать, на пятаке. Там разные люди приезжают, ну там кто на Мерси, кто с кравчучками, но все болеют футболом. Приходи, а, в субботу, а? Ну, пацаны офигеют, живой ладыга. Был бы он живой, если бы я его с карниза не сдернул. Да ладно, не просто отлить хотел. И поэтому на 15-й этаж залез? Хватит. Ну что, приходи, а? Ну реально поиграем. Ну что, придешь? Неа. Не приду. Забил я на футбол. Или он на меня. Спасибо, мужики, за компанию. Давайте. Пока, Карлсон. Куда ты пропал? Иди ко мне холодно.
Сейчас приду. Иван, я не могу тебе ответить сейчас. Почему? Ну и тем более я думаю, что папа мой будет не особо рад. Искал я твоего отца, но не нашел. В его квартире чужие люди. Сказали, он квартиру продал. За долги в казино. Врешь. Он мне слово дал. Он алкаш, а они не имеют своего слова. Здесь был все время. Да не переживайте, Ваше Величество. В вашем возрасте лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Успокойся, спал я. Завали. Уехала или ушла? Пешком. Пусть проводят, но незаметно. Это я. Проводите. Аккуратно. Ага. Проводите! Проводите меня! Проводите! Давно ношу этот камень на сердце. Вот. Вот даже заявление написал. Задолбали! Идите в жопу! Увольняюсь нахрен! Отлично. Мне тоже нравится. Только печати не хватает. Как? Вот же, есть же печать. Гриша! Гриша, ну ты скажи-то ему, есть же печать! Есть же печать. Чего ты шумишь, Пушок? Ты удар обещал показать. Сгоняй за пивом, покажу. Сгоняю. А по шее? А тебе? Я ремень сейчас сниму, как схвачу. Сейчас по заднице. Хочу я верить, что она оттает. А если так таится, смысла нет. Женюсь и руку сердцем предлагаю. Откажет, так согласен на мир. Далеко еще? Здесь неподалеку. Знакомые узнали. Точно он? Вереняк, ладыга. Thank you.
Возьми! Арриведерчи, дядя. Тупела шпана. Косарь, урок неплох. Нет, я не царь, я просто лох. Иван Васильевич, а что было в бумажнике? Что-то важное? Моя репутация. Беренем. Какие бурные аплодисменты. Жак! Хороший. О! Попуск. Держи. Небольшой разбег берешь. И внутренней стороной стопы внутренней бьешь. Всем кранты из высшей лиги. Забивай, мочи, Ладыгин. Всем кранты из высшей лиги. Забивай, мочи, Ладыгин. Сколько лет, сколько зим. Что тебе надо? Благословение. Хочу жениться на твоей дочери. Давай только у меня в офисе. Там поспокойней. О, отдаст, пацаны. Потом.
вместе. Как обычно, да? 300 водки и яичницу. На сале, да. На сале. Как обычно, брат. Спасибо. Привет, Доти. Как жизнь? За деньгами пришел? Ну да, трохи поиздержался, на квартплату не хватает. На квартплату? За что? За пробуханную квартиру? А деньги на развитие в казино вложил? Ты же мне обещал. Ты мне тоже обещала с нормальными людьми встречаться. А сама под царя стелишься. Ты прав. Стелюсь. Тоска по сильному мужчине. А что делать, если отец тряпка? Спасибо. Клиент отменяет заказ. Не надо, водку не трожь. Ты идешь ко дну, папа. Делай это без меня. И привыкай пить на улице. Заняра, ну вы играть сегодня будете или как? Сейчас, покуха! Давай, иди. Бодя, где шишка? Хер ли ты разорался, я знаю, где шишка. Бизон, давай я буду играть, но все равно нет у вас четвертого. Я тебе сказал, ты не будешь играть. Да почему? Ну я могу играть. По кочану! Потому что мячом по кочану твоему попадет и очки в черепушку вобьет. Че ты тоже на него наехал, а? У нас реально нет четвертого. Втроем сыграем. Втроем будем играть. Ты давно втроем играл. Ну чё, пацаны, сколько на кону? Епсель. Епсель, это сколько? Ну, 1200. Ну, годится. Киньте за меня, победу гарантирую. Ну, кину. Только ж ты смотри, играй, форвард, а то глаз на жопу натянул. Ты не лечи меня, Вася. Я в футбол играю, ты еще каплей у папы не висел. Понял? Боня, Боня, легче, легче! Давай, давай, давай! Оп, оп, оп! Неволишься, неволишься! Брат, может ты играл или нет? Или что, блин, тут за фигня? Сейчас! Дай передохну, ты видишь, дыхалки нет.
Блин, я первый раз вижу такое. С центра поля в девятку. О, шишка нарисовался. Как всегда вовремя. Парни, сори! Футбол не пустил! С этим совещанием все делят, делят! Сильно продули? Михалыч? Михалыч? Ладыга! Симпомпон! Владушка! Ты как тут, родной? Здорово! Сколько лет? Ну ты как? Ты где пропал-то? За границей. Да нет, здесь. Малый бизнес. А, ясно. Ну, а ты? Я, да. Сменил бутсы на мягкое кресло Федерации. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Что такое? Что такое? Не знаю, мне не получается. Определись, пожалуйста, ты хочешь танцевать или же ты не хочешь танцевать? Работать нужно больше, понимаешь? Работать. Твои глаза! Как блеск зорниц, твои уста весны сияние, и пред тобой ложусь я ниц, теряю слух и обоняние. Яша, ты что, обнюхался? Сегодня я нюхал только цветы. Кстати, они от царя. Так что ему передать? О, надменная. Передай, что он привык к опту, а я люблю поштучно. И стихи, кстати, лично. Знаешь, ты будешь смеяться, но, по-моему, он действительно тебя любит. Яш, тебе клоуном не надоело быть? Шутом. Ты же бард, неплохой поэт. Мог бы бросить его и творчеством заниматься. Не могу. Почему? Ты знаешь, если над ним не смеяться, он умрет. Ну а теперь сюрприз. К нам в Федерацию пришло приглашение из Италии на чемпионат мира по футболу. А мы-то здесь при чем? Ты что, в сборную сюда? Не, мужики, чемпионат особенный. Так не обижайтесь. Короче, ЮНЕСКО, ООН и прочая хрень проводит чемпионат мира по футболу среди людей без определенного места жительства. Не стесняйся, бомжей, что ли? Да, бомжей! Да, бомжей! Я с пацанами год играю, отличная команда. А с таким тренером, как ты, все шансы на победу, Михалыч. Так, почему тренером? Он же может... Не может. Там жесткое требование, профессионалы не играют. И я не буду играть. Ищите замену. Вылет в Италию через неделю. Нет, почему? Покачанно. Итальянцы дарят визы, проживание, перелет за ваш счет. Федерация не при делах, ну там копейки. Короче, вынешь из бизнеса Петури, и ты в плане спонсорства. Все, ладно, хватит. Давайте. Пора. Давай. Все. Вас выбрала страна. Поздравляю. Батя, Михаил.
Чё воткнули? Страна выбрала. Вот страна пусть и занимается. Михалыч. Сказал, на похмел только. Ты чё, дядя? Ну это ж Италия, там тепло. Тёлочки, гатуза, мандарины там. Вот и Бог в помощь. Вот сука! Ты что делаешь? Ты что, дебил? Ты баран! Иди воруй со своими, чтобы я не видел тебя здесь. Тебе не надо футбол. Задолбали. Козел.
яичницы. Нет, и... кофе и пирожное. Кофе? Кофе и пирожное. Спасибо. Еще горит огнем, как прежде. И пусть тебе она так запросто дана. Не будь с ней небрежным. Звезда упала на ладонь. Согрей ее, пока не поздно. Звездный дождь, как этот звездный дождь. Звезда упала на ладонь. Согрей ее, пока не поздно. Цени любовь, она пройдет. Как этот звездный дождь, как этот звездный дождь. Молчите, говорите что-нибудь. Вы знакомы? Что тут делаешь, а? У тебя времени сгулькин хрящ. Они что, не тренируются? Сереж, пойми, это не экскурсия. Это честь страны, чемпионат. Я забил на честь страны. Сергей Михайлович хочет сказать, что честь страны – это часть его чести. А что за чемпионат? Простите... Познакомься, это моя дочь Оксана. Ксюша? Ксюшка, я ж тебя кружкой помню-то совсем. А Владислав? Леонидович, симпампон. Очень приятно. Владыга, ну все, а, ну повлияйте на родителя, Ксюш. У него чемпионат мира на носу, а он прохлаждается в ночном клубе. А у него есть команда? Ага. Бомжей из высшей лиги. Не надо, Сереж, не надо. Чемпионат мира по футболу для бездомных. Это шанс прогреметь. Мы масс-медиа подключим. Пресса, телевидение. А в чем проблема? В деньгах. Бизнес посыпался, ты же знаешь. Бизнес? А, ну да, ты же у нас квартирами занимался. Ну что, нужно спонсора искать. Зачем искать? Здравствуйте, Владик. Иван Васильевич. Рад видеть. Краем уха слышал разговор. Готов профинансировать мероприятие. Благородно и патриотично. Вопрос решен. Завтра встречаемся и подписываем документы. Да, где встретимся? Можно у меня. А можно у Сергея Михайловича в офисе. В гидропарке.
До завтра. А ты жестокий. Не больше, чем ты. Здравствуйте, меня зовут Алексей, менеджер клуба. К сожалению, вам придется покинуть наше заведение. В чем дело, молодой человек? Клуб закрывается по форс-мажорным обстоятельствам. Это компенсация за причиненные неудобства. Я хочу, чтоб ты мне просто верила. Ведь еще по капле бьется пульс. Даже если рай откроет двери мне, я вернусь опять на этот путь. Хочешь, я что происходит? Утрою. Хочешь, мне сейчас узнаешь. Построю. Хочешь, стану супергероем. Хочешь, я как ангел буду за спиной. Нужна ты мне одна, нужна, как звездам тишина, как парусу ветра. Оксана, я прошу. Нужна. Я хочу тебе сказать. Нужна. Я хочу, как птица неба край. То есть, мне необходимо. У меня теперь есть. У меня есть предложение. Этот миг. Коммерческое? Чтобы ход земли направить вспять. Потерялись между тьмой и светом мы. Оксана. Значит, больше нечего терять. Хочешь, я терпенье утрою. Хочешь, мне я прошу твои руки. Построю. Хочешь, стану супергероем. Хочешь, я как ангел буду за спиной. Если ты согласна, нужна, надень кольцо. Ты мне одна нужна, как звездам тишина. Как парусу ветра нужна, ты мне одна нужна. Тысячу раз смотрела такие сцены в фильмах. Волна, а в жизни никогда не думала, что продаваться край. Так сложно. Зачем ты так? Зачем так, Оксан? Я действительно хочу сделать тебя счастливой. Счастливой. А ну идем. Хочешь, я терпенье утрою, хочешь, небе замки построю, хочешь, стану супергероем, хочешь, я как ангел буду за спиной. Нужна ты мне одна нужна, как звездам тишина, как парусу ветра. Нужна, ты мне одна нужна, как берегу волна, как птице небо край. Боишься? Посмотри мне в глаза. Надо, чтобы звезды в глазах отражались. Клянусь этой луной, этими звездами,
этой ночью, что отныне мое сердце всегда будет биться в такт с твоим до последнего удара. Клянусь, если ответишь мне «нет», я шагну с этой крыши, чтобы умереть сразу, а не жить в ощущении всю жизнь, что тебя нет рядом. Клянусь, если ты прыгнешь со мной в пустоту, у меня вырастут крылья, чтобы успеть подхватить тебя и не дать тебе разбиться. Ответь мне, да или нет? Да. Вот приблизительно так, уважаемый Иван Васильевич. Нужно признаваться молодой и романтичной девушке, а не дарить ей каменья под голубиным хвостом. Ёпсель, вам что здесь, трамплин? А ну, вали отсюда! Туши свет, Карлсон. Прости меня, брат, за вчерашнее. Погано мне было очень. Ты что здесь? У тебя же вроде мамка есть. Да пошла она. Менты ловят, к ней отводят, а там хахали ее. Вырасту, порешу. Кого? Всех. И мамку. Да что ты лезешь? Здорово, Михалыч. Good day. Харе с бомжами базлать. Валим на хазу. Шевели копытами,